ставки на спорт. Один эксперт. Большие выигрыши. Один эксперт. Быстрые выплаты. Один эксперт. Надежный букмекер. Один эксперт. Один эксперт. Букмекерская компания. Посмотрим, что там со сцеплением. Если я вам покажу, из-за чего я это все делаю, кто не знает. Кто не знает эту ситуацию. Вот, видите? Сцепление выжал. Вот. Вот сейчас включилось. А до этого не хотело. Чё с ней, я не знаю. Вот опять. Оп. И включилось. Что ей надо, никто не знает. Так, или поехать, наверное, на эстакаду, поглядеть, а потом заехать туда. Все, поехали. Друзья, с чего начинается снятие коробки передач у меня? С того, что я открутил глушитель, вот этот вот печальный мой глушитель, открутил траверсу, вот это вот, что под коробкой. Дальше, смотрите. Я откручиваю ПГУ, снизу все освобождаю, откручиваю датчики, откручиваю кардан, сверху потом лезу, вот. Сверху, видите, у меня уже, сейчас я вам покажу, есть специальное окно приспособа, это я делал еще давно. Так, вот тут мы лестницу даже имеем. О, вот такую вот клевую лестницу. Так, вот, видите, я вот тут все приготовил. Вот, снимается верхний лист фанеры с деревяшками. Мы видим здесь окно, коробку передач. Сверху я тут все откручу, все трубки. Вот такая вот есть у ребят на стоянке подкатная вот лава, этот, как она, я даже не знаю назвать. В общем, приспособа для снятия коробок передач. Видите, лебедка, так сказать. Все, здесь дальше спокойненько я уже начинаю все откручивать, все снимать. Видите? И будем выкатывать коробку передач, потому что я, да, оно и есть сцепление. Оно есть, то нету, но мне это дело не нравится, так как я ровный поцик, я делаю для себя и делаю хорошо. Вот так вот. Поэтому, ребята, будем делать все хорошо. Господа, что мы сделали с Александром? Помогал он мне тут. В общем, открутили вот эти вот направляющие. Как они их даже правильно сказать? Болты, которые держат подушки. Вот эти вот болты по 5 с одной, 5 с другой. Открутил здесь верхние все болты. Все, сейчас уже лебедку установили. Лебедка готова. Остается только вынуть коробку и все. Этого вам показывать не будем, потому что этот процесс занимает очень много рук. И камеру держать нам некому. Поэтому вы увидите уже результат снятой коробки. А мы начинаем работать. Господа, второй день ремонта, замены сцепления, диска сцепления. Мана вчера, в общем, разобрали, я вам не показал. Сняли коробку, вот этот диск сцепления у меня. Видите, китайский диск Made in Germany. Хотя нет, это не китайский диск, ребята, это Made in Germany у меня стоял диск. Саксовский диск. Вот. Но видите, в таком вот он весь, всем положении. Вот, видите. В общем, потек сальник коленвала задний. И пошло сюда у нас масло. Вот оно пошло. Забило все каналы, какие только возможно. Вот.
Что? Отпали, Сань. Отпали. Вот, это все забило с этой стороны. Мы также можем наблюдать, что подзабило все. Износ у него еще не такой большой, но забило его капитально. Поэтому кабы вот так вот. Купил я уже новый диск. Купил смазку для подшипника выжимного. Сальник непосредственно сам купил. Вот он. Вот он сам сальник. Сальник у нас фирма Эуринг, если правильно говорю. Потом. Так, сальник пока в сторонку. Вот сам диск. Диск у нас китайский Сагес. Сагес. Вот такой у нас будет диск. Китайский диск, но вроде еще, надеюсь, что рабочий. Вот так вот он выглядит. Видите, он идет с отводами под вот это как раз вот. Вот это все. У него есть отводы. И он будет отводить. А у этого отводов не было. Из-за этого его так быстро и забило. Вот так вот. В принципе, заклепан он неплохо. Заклепан так же, как и тот диск. Надеюсь, его так быстро не разобьет. И будет он нам ходить долго и счастливо. Дальше. Что у нас по коробке? Вот она, коробка стоит у нас тут выжимной. Все в этом плане все хорошо. Подшипничек добрый. Дальше там видно, что маховик я ототру. Все будет четко. Ну, в общем, сейчас надо менять сальник, а там будет видно. Так, ребята, снял я маховик. Вот он наш сальничек, который у нас подтекал. Вот. Сейчас мы его аккуратно демонтируем и поставим новый. Ага, не хочет. Не хочет. Тогда мы это дело делать будем при помощи молоточка. Капец, запыхался, вытаскивал этот сальник. Ой, сальник, маховик, блин. Вот оно, говно. Вот куда его, даже не знаю. Вот так вот выглядит у нас вот это стартер, венец которого пора бы поменять уже. Что там на стартере у нас? Тоже смазочка. Смазка — это хорошо. Вот. Вот так вот все и выглядело. Ладно, снимаю сальник и начинаем замену нового устанавливать. Вот так вот сейчас я вам покажу, как я его снимать буду. Аккуратно вот так вот берем. Туда. Потом можно вот этим вот приспособлением. Вот. Так, раз. 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 Все, сняли. Вот он наш сальник. Деревянный, правда. Ну, какой есть. А может, дело и не в сальнике. Хотя, наверное, в нем. Все, идем. Смотрим, сравниваем с тем, что мы купили. Потом здесь все обрабатываем, вычищаем, отмываем. Устанавливаем. Итак, ребята, вот поставил новый сальничек, здесь все помыл. Все, сейчас будем ставить маховик. Александр мне его сейчас подаст. Вы это все увидите. Мы его поставим, прикрутим. Давай, Саня, потихоньку между ушей, ага. Оп. Не отпускай, погоди еще, держи. Отпускай. Оп. Все, принял маховичок на себя. Сейчас мы его тут. Опачки. Ой, полегче. Ай? Он полегче, говорю.
Чем что? Никак, на мазе. На мазе тяжелый? Да, гораздо тяжелее. Так, теперь вот нам надо не зафаршмачить сальник и поставить его на место. Приподнять. Сань, ну, я тебя позову, корзинку мне скинешь просто сюда с этим. Я его сейчас наживлю, а ты мне скинешь. Отмываться. Ну тогда пока тащи сюда этот корзину с диском. Подтаскивай, я сейчас пока его поставлю. Так, вот нам направляечка у нас там есть. Нам вот так вот это дело надо приподнять. Блин, Саня, маслом же надо, да, помазать этот сальник? Че уж не герметика? Не, серьезно, надо? Да, я не могу. Ты не можешь? Дай-ка мне вон эту канистру, там стоит. Я чуть-чуть мазну. Итак, ребята, все установил. Прикрутил я маховик. Поставил. Все здесь работает. Подшипник я проверил, хороший. Без люфтов. Вот она корзина. Вот этот диск. Сейчас будем на глаз центровать, чтобы попасть. Нету у меня вот этого вот ни брусочка, ни чурочки. Ничего, в общем, нету. Будем пробовать на глаз. Ну или... или еще что-нибудь как-нибудь придумывать. Не знаю как, но постараемся. Все, ставим корзину. Так, ребят, все, собрал полностью сцепление. Поставил диск. Отцентровал на глаз, как мог. Померил рулеточки со всех сторон, вроде все ровно. Сейчас надо готовиться и втыкать коробку. На улице уже темно, видите? Меркалось. Сейчас возьму переноску мощную. И будем с Александром пробовать ставить ее на место. Втыкать, как говорится. Итак, ребята, вот таким макаром сейчас мы поднимаем коробку. Там сидит... Сейчас по чайной ложке. Да, сидит Саня, поднимает нам ее, короче. Я вот ее буду сзади сейчас вот так поднимать, придерживать. Вот. Чуть-чуть вот так вот. И все, и она будет на весу. Сейчас как только максимально он поднимет, мы еще подкатим тележку вперед. Да, Сань? Не знаю. Будем подкатывать? Посмотрим. Посмотрим? Я думаю, надо. А то я тут один ее так не смогу запихать. Так вот, подвязан у нас кардан, чтобы он нам не мешался. Мы его отвяжем, наверное. А когда кардан будем отвязывать? Потом, да? Потом, наверное. А может сразу, чтобы он нам вообще не мешался, да? Вниз упал. Чтоб ты на нем сидел? Не, ну потом, когда сейчас подымем. Чтобы я коробку раз вот так в сторону отодвинул, кардан вниз, плюх, и все. В общем, да, он будет потом мешаться, он потом уже вниз не уйдет, коробка будет мешаться. Не-не, не уйдет, надо будет убирать. Ну, в общем... Не сдвигается, что вовнутрь не заходит? Нет, 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 там подвесной, Саня, он не пойдет. Это не на мазе у вас. Так там тоже подвесной. Ребята, ну вот, в общем-то, все установил. Лапы прикрутил подушек, вот эти вот. Все, сейчас что, осталось сделать запил. Вот в этой вот, помните, штуке. Вот я вам покажу ее поближе, чтобы у нас коробка работала. Так, по датчикам. Датчики бы, конечно, поменять эти, но потом как-нибудь. Дальше. Подключить электричество, подключить к ней воздух. И, в принципе, все у нас будет работать. Там уже все закончено, все закручено. Осталось все. И кардан еще подцепить. У кардана, наверное, в последнюю очередь будет цеплять. Потому что надо все трубки подключить, чтобы было все удобно. И убрать вот эту штуковину сейчас надо будет. И все.
Так, ребята, уже готов автомобиль к запуску этого двигателя. Сейчас остается дело за малым. Подзарядить немного аккумуляторы. Уже все собрано, все поставлено. Наконец-то, я вам похвастаюсь. Прорезал я кулису болгарочкой. Вот она. Вон она, видите, прорезанная. Вот так вот, чтобы все видели, что я ее прорезал. Все закрутил. Пару штрихов еще вот здесь вот сейчас закручу. Наживлю на хомутах. И будем запускать этот прелестный шестицилиндровый двигатель с коробкой ZF 16-ступенчатой. Уже стоит глушитель. Все, кардан собран, траверса все там собрано. Единственное, люк в полу еще не поставлен. А так уже все стоит. Все, ждем подзарядки аккумуляторов и запускаем. Уже по соседству ремонтируется Александр, Евгения, Джек Дальнобой, МАЗ. Они поставили здесь новый двигатель. Сейчас остались мелкие доработки его. Чип-тюнинг, и все поедет, и все будет супер. Так вот, повесив голову, сейчас заведется, начнет свой запуск, путь движения этот чудный автомобиль. Пробуем заводить. Что-то пока итак, завелся наш автомобиль. Завелся и качает воздух. Можно выключить пока питание. А лучше вообще отключить. Так, и теперь надо накачать воздух, чтобы понять. Чтобы понять вообще, насколько будет работать сейчас наше сцепление. Вроде бы все работает. Не прогрелся, холостых маловато. Ребята, пробуем включать. Саня, пойди. Давай. Надавил на себя, на нейтралку. Ходи заднюю на себя и назад. Нет, на себя. Окей, выключай. Работает, Саня! Да, работает, что, блядь? Все, отлично, мы сделали это, мы молодцы. Так, ребята, все, сцепление поменено. Все сделано, все закручено, все отбалансировано, все. Видите, я уже зацепился за прицеп. Скоро будет работа, скоро поедем в рейс. Будет у нас новые серии дальнобоя, кому это очень интересно, кому-то интереснее ремонт. Поэтому, ребята, спасибо всем, что посмотрели это видео. Огромное спасибо стоянке, спасибо Дмитрию Америка за то, что у него есть грузовой набор. Предоставил мне ключи грузовые, так как своих у меня таких нету. Спасибо всем парням, кто помогал мне, кто подходил, кто давал мне совет. И то и прочее. Все, в общем, на этом видео заканчивается.
вам огромной удачи, еще раз спасибо и пока.